Озвучка то афоризм, что не песня, то шлягер. Премьерой уходящего года стал звездный мюзикл «Голубая камея», название которого появилось на афише Оренбургского театра музыкальной комедии. Можно сказать, пролетар не чувствуется голод по таким вот работам серьезным, каким-то масштабным. И очень мне понравилось, что они искренне желали сделать работу именно такого вот высокого уровня. У них глаза загорелись, и они хотят нечто подобное в будущем тоже делать. Возможно, что я даже до конца сейчас не отдаю отчета. Всегда такое бывает у человека, что случается, и потом только спустя время ты понимаешь, о боже, что это было. Но я очень ценю, вот уж поверьте, то, что со мной случилось, потому что это действительно, я не могла этого предположить, я не могла этого ожидать. Это редко встретишь, когда, знаете, пришлых людей так принимают. По-разному бывает. Даже нам вот со стороны это было заметно, как из театра ребята помогали в освоении роли, давали какие-то советы. Мне кажется, что очень важно, я уже как-то говорил об этом, чтобы те люди, которые вот наиболее, так сказать, обладают каким-то талантом ярким, да, дарованием, чтобы на них обращали внимание здесь, чтобы они не ехали за поиском там куска хлеба или там счастья куда-то в столице. Как говорят, всех денег не заработаешь. А вот зато, где родился, там и пригодился. Вот этот момент, он очень важен, мне кажется. Вместе с восхищенной публикой аплодировали Екатерина Лазгирева, Олег Николаев, телеканал ЮТВ.